Тема 773. Как заработать на подарки учителю? Как заработать 30-40 тысяч долларов на простом подарке учителю? Многие люди приходят на ЕЦ подыскать оригинальный подарок для своих родных и знакомых. Например, для любимого учителя. Заносят в поисковую строку ЕЦ фразу «Teacher Gift» и смотрят, что там есть интересненького. Так как у каждого учителя масса учеников и их родителей, то и спрос на подарки для учителей довольно высокий. Поэтому любой яркий оригинальный листинг на ЕЦ, посвященный учителю, имеет право на продажи. Например, настольная табличка, стилизованная под карандаш, которую придумала креативная девушка Дженнифер. Такую табличку с именем учителя не стыдно поставить на учительский стол и показать всей школе, что этого учителя любят так же сильно, насколько велик этот гигантский карандаш. А изготовление замечательного подарка очень простое. Вырезается гигантский карандаш из деревянной доски, окрашивается в яркий цвет таким образом, что всем было понятно, что это карандаш не настоящий, а его образ. И осталось прицепить только бантик, как подарочный элемент. Подобное творчество доступно любому рукодельнику, как и доход, который он с этого рукоделия может получить. Рукодельница Дженнифер в своем магазине ec.com/shop/gmdsignstressseasdas продала уже несколько тысяч подобных карандашей и заработала на них не менее 30-40 тысяч долларов. Она продает несколько товаров в своем магазине, но в основном у нее покупают именно этот гигантский карандаш в качестве подарка для учителя. Вы тоже хотите подобным образом заработать, но не можете придумать ничего оригинального. Создайте такой же, только свой учительский карандаш. Один рукодельник пошел по этому пути, потому что другие его таблички никто не хотел покупать, и создал свой учительский карандаш, похожий, но другой, через 4 года после рождения карандаша Дженнифер, в конце 2017 года. И этот желто-розовый деревянный карандаш поднял продажи в магазине рукодельника ec.com/shop/adhiridastrichuch в несколько раз. За полтора года, с ноября 2017 года, этот карандаш принес магазину около 2900 продаж. Конечно, по поисковому запросу Teacher Gift достаточно высокая конкуренция, несколько сотен тысяч листингов. Вот так несложно и прибыльно можно зарабатывать на ЕЦ при помощи одного единственного простого товара.